Начать историю театра зверей следует с двух удивительных людей – Ивана Константиновича Раевского и Тамары Семеновны Рукавишниковой. Он – профессиональный борец в цирке. Она – балерина. Их знакомство привело к созданию не только семейного, но и творческого союза – эстрадно-танцевального дуэта «Кротон». Артисты постоянно стремились разнообразить свои выступления. И в мае 30-го года в их номере «Акробатические танцы» появилась дрессированная собака по кличке Зуав. С этого момента творческая жизнь кротонов была тесно связана с животными. Артисты начинают заниматься дрессировкой волков. Спустя 10 лет в ленинградском зоосаду под руководством артистов «Кротон» был создан театр зверей. После начала войны дрессированные волки были отправлены в эвакуацию без своих дрессировщиков. А в ночь с 8 на 9 сентября здание театра зверей было разрушено прямым попаданием бомбы. Из-за частых обстрелов нельзя было допускать посетителей на территорию зоосада. Поэтому была создана выездная группа дрессированных животных. Это стало продолжением истории театра зверей. Раевский с женой подготовили к выступлению медвежонка, лисицу, собак, кролика, обезьянку, козлика. И уже в декабре 42 года небольшая труппа давала представления в воинских частях, госпиталях, детских учреждениях. Для детей проводились лекции о животных с показом цирковых номеров. 4 июля 43 года Иван Раевский ушел на фронт. Работу с выездной группой продолжила его жена Тамара Рукавишникова. Она же проводила занятия в кружке юных зоологов. Иван Раевский вернулся с фронта в июле 45 года. А театр зверей продолжил свою работу и после окончания войны. Мы очень благодарны Константину Ивановичу Раевскому, которому в начале войны было всего 4 года, за материалы, предоставленные из семейного архива.